Для полиции общественный совет – это в первую очередь возможность стать ближе к населению, повысить уровень доверия людей к своей работе. Задача общественников – контролировать работу управления и его территориальных подразделений, вносить замечания и предложения, касающиеся улучшения их деятельности. Вы, в принципе, как представитель общественного совета всегда можете прийти с внезапной проверкой, посмотреть, как, в принципе, организована работа в дежурных частях, понятно, в каких условиях содержатся наши задержанные, вот, есть ли нарекания по работе полиции, да, также можете активно участвовать в приеме населения, в взаимоотношении между приемом населения, сами организовывать прием населения, встречи с населением, и мы со своей стороны, как руководителю, только будем двумя руками за это «за». Вот. То же самое, те же самые задачи поставлены на территориальных, начальникам территориальных подразделений. Я не думаю, что будет отказ у кого-то. Я думаю, все понимают общую задачу. Мы должны идти в народ, мы должны ближе быть к народу. Для этого мы все, в общем-то, и делаем. И общественный совет, в общем, должен нам в этом помочь. Все члены общественного совета закреплены за конкретными территориальными подразделениями. Такой подход позволит распределить нагрузку и в целом действовать более результативно. Как показывают итоги 2016 года, общественникам удается проделать значительный объем работы. Что сделано общественным советом? Участие в ежеквартальных подведениях итог. Проверка несения службы территориальными отделениями. Вот начальник всегда меня подкалывает, говорит, любишь ты проверять эти? Я не против, я наоборот говорю за. Выступления по местному телевидению, встреча с ветеранами ОВД Голицына, открытие участкового пункта в Голицыно, проверка изолятора временного содержания с общественным советом при МВД России. Прием граждан совместно с руководством управления. В ходе встречи членам общественного совета были вручены специальные удостоверения. Теперь все формальности, связанные с ротацией состава, позади. Мы стараемся формировать наш коллектив по образу и подобию тому, как требуют от нас и регламентирующие документы, наш федеральный закон номер 3 о полиции. Ну, в общем-то, самое главное, наша задача не народ существует для полиции, а полиция существует для народа. Первые совместные с полицией мероприятия обновленный состав общественного совета при Одинцовском управлении полиции планирует провести еще до конца декабря. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».